Всем привет! Сегодня только выложил видео, что в почтовом ящике нашел посылку. Нашел, ну, мою посылку. Потом позвонили с почты. Придите, что у вас еще одна не влазит в ящик. Ну, здесь, скорее всего, лампочка. Заказывал светодиодную лампочку. Не помню, то ли одну помощнее, либо две послабже. Ну, вот, похоже, наверное, одну. Похоже, одну. Вот такая вот лампочка. Проверить я смогу только дома. Так. Обычный цоколь Е27. Так, здесь что, отворачивается? Да. Диодов здесь. Куча, тысяча. Не знаю, сколько, считать не буду. Вроде было сколько ватт. Не знаю, в описании напишу, сколько чего ватт. По качеству как бы не очень. Стоило тоже несколько долларов. Так, было просто, получается, в пакете и вот в такой штуке. Но не знаю, как она доехала ко мне. Вот все. Ладно. Если видео выложу, значит, все нормально. Можно покупать. Может быть, дополню даже немножко видео. Ну, пока-пока.